Еще одна новость из сферы экономики. В Тверской области в 2023 году увеличен региональный прожиточный минимум. Согласно документу, его сумма распределяется следующим образом. На душу населения сумма составляет почти 14 тысяч рублей. Для трудоспособного населения 15 199 рублей. На детей 14 055 рублей. Для людей пенсионного возраста 11 992 рубля. Что могут позволить себе жители Твери на эти деньги и какую сумму считают комфортной для жизни, выяснила наша съемочная группа. Можно ли прожить на прожиточный минимум? Нельзя. А почему нельзя? Денег не хватает, потому что. А на что может не хватать? На лекарства, на еду. Квартира дорогая, и жизнь дорогая. Очень дорогие лекарства. Каждый день приходишь, другая цена, всегда прибавляется. А у меня много лекарств. Я сам на него живу. А вы как справляетесь? Никак, очень плохо. Я, например, студент, живу с родителями, и в целом 15 тысяч для меня в месяц было бы достаточно. Но если ты самостоятельный человек, там, со своей семьей, детьми и прочим, то, скорее всего, это вообще не деньги. Если в магазине сейчас, да, там, я не знаю, буханка самого дешевого хлеба стоит 50 рублей, наверное, 40. Ну а как, если ты еще и с семьей живешь? И, конечно, нет, это издевательство просто. А вот вообще, какую бы сумму назвали для себя вот комфортной для жизни? 30 на человека. На меня одного в районе 25. Я не рассматриваю, с учетом того, что у меня семья 4 человека, я рассматриваю, что ориентировочно на 4 человека в районе 75 тысяч. Вот сейчас, да? Где-то 30-40. 30-40. Если зарабатывать. От обстоятельств зависит. Хочется, чтобы там и на всякие... приятности для себя хватало и на путешествия, может быть, 1200, я не знаю, но это прям, если брать установку для прожиточного минимума, думаю, что должно быть 1050 минимум, чтобы всем все было хорошо и на все хватало. Как показал наш опрос, многие жители областной столицы считают сумму прожиточного минимума недостаточной для комфортной жизни. Кому-то этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг, кому-то на покупку продуктов или лекарства. Самая минимальная сумма, на которую без излишеств смогли бы прожить тверичане, составила 30 тысяч рублей.